Федератор, судья Всероссийской категории, Буян Денис, Приволжский федеральный округ, судья международной категории. Иван Тимонов, Булгаков Валентин, 1997 года рождения, мастер спорта. Представляем Северо-Кавказский федеральный округ Ставропольского края. Тренируется в Ульяновске Кишпаха Руслана. Первый тренер Соколенко Александр. Лучший спортивный результат. Третье место в первенстве мира 2017 года. Второе место чемпионата России 2019 года. Синий кимоно. Сергей Иванов, 1999 года рождения, мастер спорта. Представляет Уральский федеральный округ, Тюменскую область. Тренируется тренером Куковым Андреем. Лучший спортивный результат. Третье место в первенстве года до 21 года 2019 года. Первое место в первенстве России до 23 года. До встречи победила Сергей Иванов, Уральский федеральный округ. Стала чемпионкой в весовой категории до 48 килограмм.